Детский сад на Узбекской, 15, расширяет свои владения. Бывший учебно-производственный комбинат теперь станет пристройкой садика. Он сможет вместить 80 детей, а это 4 дошкольные группы. С действующим детским садом новую пристройку соединит теплый переход. Ход реконструкции проверил Игорь Пушкарев. Мэр потребовал ускорить темпы. Из-за отставания открытие новых групп переносится на февраль. Мы уже ввели один детский сад. Сейчас мы еще в этом месяце вводим еще один детский сад. И в декабре мы еще вводим 2 детских сада. А в феврале мы планируем еще один детский сад ввести. Ну и так дальше у нас будут вводиться детские сады. Один из детских садов муниципалитету пришлось возвращать буквально с боем. Зато теперь общая очередь в детские сады сократится на 240 мест. В здании на Некрасовской 76А, которое изначально строилось для дошколят, 11 лет располагался институт ДВГТУ. Теперь аудитории снова переделают в детсадовские группы. Вернули в муниципалитет, судились для этого. Он 11 лет использовался не по назначению. Сейчас садик будет муниципальным, и мы планируем в следующем году, что будет завершена реконструкция его. В здании предлагали сделать частный детский сад. Предприниматель был готов провести капремонт за свои деньги, но в договоре аренды бизнесмену было отказано. Садик отремонтируют за бюджетные средства.